Еще один участок земли возвращен в собственность Махачкалы. На проспекте Акушинского почти 6 лет пустовали 550 квадратных метров земли. Как выявила прокурорская проверка, договор купли-продажи земли был заключен с нарушениями. В ходе выделения данного земельного участка администрации города были допущены нарушения земельного законодательства, а именно земельный участок был предоставлен на водоводной трубе. В ходе проверки прокуратура города было направлено исковое заявление в Советский районный суд города Махачкалы. Оно было удовлетворено в полном объеме, и апелляционным определением Верховного суда оставлено в силе без изменения. Собственник земельного участка уведомлен об изъятии у него земельного участка. Исполнительный лист направлен в службу судебных приставов для снятия с кадастра учета данного земельного участка. С 2019 года в собственность города возвращены более 5000 квадратных метров земель. Они предоставлялись под строительство магазинов и многоквартирных домов. Почти все разрешения выдавались незаконно, а многие земли ставились на кадастровый учет по подложным документам.